Госдума сегодня приняла поправки о штрафах за распространение фейковых новостей. Документ предусматривает административное наказание для юридических и физических лиц за распространение в СМИ и в интернете информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, в том числе во время эпидемии. Юрлицам грозит штраф от 1,5 до 3 миллионов рублей, физлицам от 300 до 700 тысяч рублей.